Добрый день, дорогие друзья, любимые зрители. Делаю пирожное шоколадное с изюмом. Растапливаю в сливках масло сливочное, медальоны шоколадные или шоколад. Взбиваем яйца с сахаром. Замачиваем изюм в роме или в коньяке. В растопленную смесь добавляем взбитые яйца с сахаром. Перемешиваем все. В рассеянную муку добавляем разрыхлитель и 1 чайную ложку какао. В жидкую смесь добавляем муку, перемешиваем. В массу добавляем отжатый изюм. Перемешиваем. Форму смазываем сливочным и растительным маслом. Заполняем форму массой и выпекаем при 180 градусах 25-30 минут. Проверяем. Пирожные получились очень вкусные. Готовьте. Приятного аппетита. Пока-пока.